сегодня открываем столовую. Да, это такое для нас очень значимое событие. Собираемся и дальше развивать эту площадку. Очень ждем здесь новых крупных арендаторов. Соответственно, всю пандемию мы создавали условия для того, чтобы от нас никто не съезжал. У нас на сегодняшний момент 95% загруженных площадей и по коммерческой недвижимости, и более 80% по жилью, то есть общежития и хостелы. В 2015 году, когда мы сюда приехали, территория, конечно, была менее такая развита, но с годами все становилось все лучше, дороги появились, инфраструктура какая-то. И в последнее время активно очень сотрудничаем с администрацией города Химик. Они всячески тоже нас поддерживают. Мы поддерживаем администрацию в плане снабжения антисептическими средствами. Администрация всегда нам помогала, каких-то поддержка малого и среднего бизнеса в плане развития, субсидирования, финансовые программы различные.